Лузер. Есть особая анимация. Я не видел эту анимацию, лол. Ха. Ладно, Бачес у нас, Даймонд 5, ребята. Я не знаю, куда мы будем двигаться, но надеюсь, что мы выдвинемся хоть куда-нибудь. На втором компе i5 стоит 7400, если не ошибаюсь. Где вообще эти коды берут? С Хайреза присылают. Под музыку. Под музыку. Флексит. Ля-ля, как флексит. Бах, сейчас очень сильный начали. Ребят, сильно на чат не отвлекаюсь. Братан, ну ты танка бьешь? Это ты серьезно, что ли? Красава. Здорово, Химера. Хаски, привет. На втором компе. Не надоело играть с Мэтти? Я 3 дня в него не играл, как же он мне могло надоесть? Я же в разные игры играю. Я в основном сейчас в Fortnite играю. Division же стартанул, ребят. Я в Division сейчас играю. Сюжетку прохожу. Потом вам покажу как-нибудь. Левел поднимаю. Это прям ММО. Мне очень понравилось. Да, у него изменили скилл. Алло, блядь. А, понял. Okay. Хорош, Хронос. Здорово, Сань. Да ничего нового. Yes. Я есть в смайте. 3 дня меня не было. Здорово, Богдан. Химерон предатель на YouTube засел. Ну ничего. Там крипы идут, а я не хочу хп тратить, цветок которого нету. Okay. Ты будешь меня сбивать, я понял. Он не бьет, он бьет только крипов. Кеш, я не знаю, слушай. Ну, такой, часа на 4 минимум. Так что давай, залетай, спасибо, что пришел. 20 дамага он нанес. Ничего себе. Пойдем, короче, пока. Только вчера подписался. А, как топ игрока посоветовали меня. Да не, дядь, что? Тебя обманули. Блин, 40 монет, ждать, не ждать. Привет, агент. Кабан. Сейчас син прохожу. А, DC что-то затянуло, я понял. Не, я сейчас в Division играю. Division и Fortnite. Но я всегда в них играл, типа. Хорош. Ой, Хронос кипит. Нет, смотри, хорош. You are the best. Из-за моего мула, то что я назад отошел, я очень сейчас отстану. Окей. Как у вас дела, ребят? 3 дня меня не было, теперь хочется все разузнать у вас. А Мартимина будет, интересно? Будет, но у нее есть ульт, правда. Careful,
Окей. Меня пацан не стал поддерживать. Начальство бесит, но это нормально. Хорош. You are the best. Битцы ульт она прожала, он все равно ее убил. А, я понял. Ну добро пожаловать тогда на стрим, нифига себе, если ты новичок. Это круто. Знаешь, то, что новые игроки приходят в смайт, это очень круто. Потому что смайт уже такой относительно старенький, и мы все топим за него очень сильно, потому что это лучшая моба. Рили лучшая, потому что... Ну нет, у нее как бы конкурентов нету. Аналогов нету. Ладно, конкуренты есть всегда. Аналогов у нее нету. Имба ли Нокс? Нет. У Нокс только... Как сказать? Только одна комбинация. Понимаешь? Одна комбинация. Если ты ей промахнулся или что-то не сделал, то все. Все, Нокс будет просто ждать откатов. Ничего не будет делать. Очень слабый. Очень слабый маг. Если взять какого-нибудь Агни, вот то Агни очень много чего могет. Или Хейль, допустим. В плане игры управления, ты что? Нон-таргет игры всегда были самыми сложными, ты что прикалываешься? Он труп. Хорош. Нормально, да? Нормально забрали. Щи размочарили просто в нулину. Жалко Керну, забрали, но мы реально были, вам прям рили были далеко. Я как-то... Как прошли эти тренинги? Хорошо, ребят, я отдыхаю, мне это нравится. Раньше было очень мало отдыха, сейчас из-за работы, из-за другого графика отдыха много, и я чувствую себя замечательно. Ну, в плане здоровья, по крайней мере. Поэтому я вам кучу видео записываю. Я не знаю, ну, постояльцы должны были заметить то, что видосов на Ютубе разных становится гораздо больше. Прям много разных видосов становится. Почему Парагон закрыли? Потому что они сделали акцент на Fortnite и на зарабатывание денег. Ну, собственно, оказались правы. Не думал свалить со стороны? Нет, у меня ребенок здесь, куда я свалил. Ну я не мог помочь. Ладно, мы ее не убьем. Почему, говорит, я танчу? Для новичка лучше играть теми, кто, ну, доступен бесплатно новичку. Я купил медитацию и не юзаю ее, типа, блин. Я понял, это очень трудно. Это, во-первых, очень трудно, а во-вторых, никому особо и не надо, знаешь. Эти видосы с гайдами, типа, потому что сегодня гайд один, а завтра, типа, он совсем другой. Потому что вышел какой-нибудь патч и все поменял. Такая неблагодарная работа, знаешь, мне спасибо особо за них никто не сказал. Так, ну что, мы будем драться с ними? Что, блядь?
Братан, ты будешь драться с ним? Вовремя. Блин, жестко. Сейчас, ребят, не могу отвлекаться. Сколько лет? А, с 2014 года. Блин, я еще хочу с этого записать вам. С Nintendo, типа. Блин, право уже сломали, лол. Такое себе. Аид тоже длинный. Да, ребят, Нейт хороша, Один не шибко сложный на самом деле. Вообще там, фиг его знает, много-много кто для новичков может подойти. Когда Смайт появился, в 2013 или 2012 году вроде. Посейдон просто изничтожает. Просто жесть, что она делает? Чувак просто херней занимается, вот реально. Я начинал с Фрей. О, я из того, что помню, я помню, как выходил этот уль. Yes. В 13 году, ну вот, а я с 2014 начал, как бы. Ты серьезно? Ты умер, блядь. Блин, все плохо пошло. Здорово, Джонима. Эби Бустер, здорово, дядь. Бля, да что вы делаете? Ну почему вы умираете? Ну давай, давай, в четверых. Ладно, я не хочу уже. Все, все, уже не хочу. Насфер, здорово. Да, ты проебал розыгрыш. Здорово, здорово, Крик. Здорово, ребят, я безумно рад вас всех видеть. А розыгрыш ты проебал, хотя я тебе несколько раз сказал. Ну, вообще, я на стриме на том говорил несколько раз. В конце стрима будет розыгрыш, в конце стрима будет розыгрыш. Я тебя звал. Ну, среди сабов у нас, среди сабов был розыгрыш на скаде. Теперь есть среди не сабов розыгрыш. Он закреплен в контаче, посмотрите. Ушел он, жучило. Я даже трек поставил специально, ту Атару, и мы типа просто ждали, пока кто-нибудь на ютубе, хоть один человек откликнется, кому я просто код отдам. В итоге я код разыграл среди двух сабов на твиче. Типа Агмор выиграл и Шизуру. Ну, не то что разыграл, я между ними двумя разыграл сначала, потому что все ушли. Для розыгрыша нужно репост сделать. Посмотри, в ВК запись есть. Я забыл команду для бота добавить. Блин, холодно мне что-то. Enemy missing middle. Attack. Хотя бы так.
Это хорошо стрима, жаль немного времени посмотреть. Спасибо, злой, спасибо большое. Всем, ребят, спасибо за поддержку. Я не помню, что у нас иконки были из Dota. Я смотрел картинки. Он просто умирает, блядь. Просто умирает. Я понял его. Кабан, ты что, тролль? Ребят, я с базы бегу, блядь. Так. Огр. Nice job. Attack left leg. Retreat left leg. Not my fault. Они не попадают в застанины. Ладно. Окно закрою, ребят, сейчас околею. О, здорово, Валер, здорово. Я варды вообще не ставлю. Надо купить хотя бы такой. Хоть куда-нибудь поставить его. Спасибо большое. Джонима, спасибо за соточку. Чё без сообщения? Спасибо огромное, ребята, поддерживают. Кто до конца со стримлером? Давно хотел спросить, какие у тебя впечатления остались от учебы в универе, если не секрет. Впечатления остались такие, что это все бесполезно было максимально. Да я забыл. Рили, блядь? А, ну он труп при всех раскладах, да? Да, думаешь, надо было щит брать? Ну, возможно, я же не в меню саппортов. Хорошая атака у нас, хорошая атака. А кто это? Не знаю, кто это. Я труп. Я держу вышку на себя. Не должен увидеть. What the fuck? Да, я бы занимался тем, чем занимаюсь, и без вышки. Вообще, знаете, я бы лучше бы начал бы стримить. Начал бы стримить еще хрен знает когда, и все было бы хорошо. Ты что, карту восстановил?
Спасибо, Агром. Спасибо, Хабибу, спасибо огромное, дядь. Нихуя себе, 444. Блядь, спасибо. Очень много. Брат, очень много. Здорово, здорово, Дима. Страйк в Кантаче, что ли? Да, я источник не указал, типа статью спиздил, как обычно я это делаю. Не, лучше бы я стримил еще с пиздюковского возраста, когда мог действительно много это делать и часто. Любу, спасибо огромное, ребят, спасибо вам за поддержку. Задефали, хорош, хорош. Дерись, брат, я тебе помогу, дерись, не ссы. Я тебя понял. Я чуть не умер, блядь. Но тут уж... Тут уж ничем не помочь. Нужно текать. Не факт, что... Да, конечно, не факт. Я был бы пиздюком, который доту стримит. Ой, хорошо. Ай, нихт! Зря он полез. Привет, Юля. Бать, Хабибус 400 рублей закинул, охуеть. Спасибо, дядь, спасибо большое. Ты бы не тратил... Нет, если бы... Ну, слушай, блин, вуз все равно нужная штука, как бы оно ни было. Но знаешь, как он учит какой-то дисциплине, даже если ты тупой и, типа, прогуливаешь все, что вообще можно. Хорош. Даже если ты прогуливаешь все, что можно, как бы... Он учит дисциплину, он, как бы, дает тебе вот этот вот момент, даже когда ты... Ну, не учишься, ты пытаешься там что-то списывать. То есть это развивает как личность в любом случае. Это не развивает, может быть, здание, на которое ты идешь учиться, но в жизни это поможет. Да, да, Кушек правильно говорит. Он развивает личность, развивает вот эти вот... Так что лучше, конечно, идти учиться. Он не взял там скине. Окернул на этот скин. Блядь, да что вы делаете? Сейчас. Них. Как Василий, я умер, блин. Плохо умер. Что-то Хабибус так давно не донатил, что я сижу и в ахере, если честно. Что такое собрать, а? Мощное, чтобы им было страшно. Вообще я саппорт. 3-3-7 у меня, это еще очень круто. Откерну 0-4, это плохо. Что это было? Но я не понял, как он меня... Вообще, он очень далеко меня забрал, если честно. Я так и знал, то, что он не успеет. Гем изоляции? Не, да не, зачем? Или что, думаешь, надо? Блин, а может быть, действительно гем взять? А где он, алё? Камень изоляции.
А если учитывать конкретно профит от полученных навыков и диплом, ноль просто. Профита ноль. Без шуток, в смысле, говорю. На работе, знаете, как жизнь устроена? Ну, по крайней мере, по собственному опыту. Ты идешь в садик, тебе там дают какие-то азы. Ты приходишь в школу, тебя переобучают заново. То есть дают что-то новое и учат что-то новому. После школы ты идешь в институт, тебе говорят, забудь все, что учил в школе, мы тебя научим, учат заново там. И потом ты приходишь на работу после института, и они такие, ну, мы тебя переучим заново. И переучивают. Не будет брать красный? Не будет. Блин, если они его убьют, будет хорошо. Конечно, везде нужно чему-то переучиваться. Полностью согласен. Или доучиваться, или переучиваться. Что они идут делать? Они что-то придумали. Надо, согласен. Но они в любом случае потратят эти деньги, понимаешь? Чтоб тебя переучить. Хорош. Ой, да господи, но минус у них. Они не понимают, что у них минус. Это не та игра, это не Ирли, когда мы можем проигрывать. У нас все 20 левела. Чего они боятся-то драться, не понимаю. Армия вообще ничего не дает. Ну, я считаю, поэтому я не пошел. Но вот опять, она сейчас умрет там. Просто так. Что? Да господи, ребят, чат не читаю, сорян бы. Ай, блять. Еле вылез из этого. Хорош, хорош. Да что меня сбивает постоянно? Вы видите это дерьмо? Что мне сбивает постоянно стан? Да даже дисциплины не дают, там тоже проебываются в армии. Да зачем на middle lane так, господи? Не, хэппи буст, что я сделал, приболел. Но у меня много знакомых служило. Не, я типа не буду говорить, что это единственное правильное мнение. Кто-то в армию сходил, кому-то действительно это помогло. Как бы кому-то это было действительно нужно. Но я считаю, это бесполезной тратой времени. В нынешних реалиях. Может быть, раньше это и давало что-то. Бейте его, пожалуйста. Как приболеть правильно? Ну, это дороговато, знаешь, болеть правильно. Блин, я вот опять посмотрел и ничего не сделал для этого. Все зависит от того, как попадешь. Ну, вот тем более, видите, как бы. У меня друзья, которые служили в аэропорту, допустим.
каком-то там, ну, типа военный какой-то там этот. И они там просто ничего не делали. Он говорит, у нас там было озеро здоровое. Мы, говорит, нашли где-то старый диван, поставили диван возле озера и курили травку, говорит. Длилось это полтора года. Он говорит, реально, и ничего не менялось. Другой друг служил на подлодке. Смотрите, служил на подлодке, да, вот в этих специальных, я не знаю, как эти войска там называются, то есть на корабле. Суть какая службы в армии? Они пробыли в порту полтора года. И в море вышли только один раз на неделю. На самой подлодке Иван не был. То есть они были только на корабле. Вот, и таких историй от моих знакомых просто куча, просто миллион. Хотя тот чувак, который служил на корабле, он сказал, что ему понравилось, кстати. Напугал. Опять он каждый раз. Ну, минус этот. Мы просто ничего не можем сделать. А, куплю типа банку. Хорош. Он всегда сбивает или что? Там 100% шанс сбития или что? Думал докатиться. Все, я сделал все, что должен был сделать. Раз 30 сек. Слушай, ну может быть правильно то, что. Может быть, я правильно делаю то, что ему сбиваю каждый раз. Блин, я думал, сейчас такую пачку вкусную сразу заберу. Вручную пришлось их всех убить. Ты пойми, не даст тебе, ну как тебе дадут основные знания, но тебе все равно придется обучать. Конечно, проще взять челика, который типа пипец какой прохаван. Но сейчас у нас работает все так, что всех берут только с опытом. То есть, ну, сам идиотизм, понимаешь, да? То есть ты не можешь устроиться, потому что у тебя нет опыта, а все требуют опыт. А устроиться ты не можешь, потому что у тебя нет опыта. В этом вся сложность. И никакие знания основ тебе не дадут этот опыт. Везде нужен именно опыт. Опыт, опыт, опыт и опыт. И практика. Практика просто жесть как... Почему я не бэкнулся? Такая музычка. Так хочется повоевать, так хочется выиграть эту катку. On my way.
Man! There must be a pickling. I need a juggle bar. Wait! Place a ward for teleport. Enemies at the road. On any. My way. Сбил им эту херню. Я тебя понял. Хорош. 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 Хорош, хорош, блядь! Да. Слушай, да, да, я знаю, я потом со следующего стрима, у меня будут новые настройки на стриме, я думаю, качество будет еще лучше. А то там есть один очень опытный человек, кто, ну, может подсказать. Ай, блядь! Ребят, потеем как вообще как могу. Так. Хватит мне на что-нибудь? Ни... Я ни на что не хватает. Стимгран, говорят этим, сейчас скажу, с этой штукой. Нет, вот это. Нет, чем он меня сбивает, алло? Анхилом? А, у него же поменяли пассивку. Анхил сейчас настолько крутой. Нихера себе. Там все такие броней, типа. Всегда анхил еще с третьего сезона или со второго считаю атакующим предметом больше. Это бака был, да? Все, теперь мы жирные просто максимально. Здорово. Глазка, я тебя глазка буду называть. Здорово. Варвар, привет. А если у работодателя будет выбор между челиком с вышкой и челиком, который занимался, нужно для него в сфере немного времени, полгода без вышки, чем? Выбор очевиден. Слушай, если человек, который без вышки, покажет свои знания на практике, то есть то, что он умеет и правильно практикует вот эти все знания, и в теории их может применять нормально, то выбор, конечно, пойдет на того, кто опытный. При всех раскладах. При всех раскладах. Какая бы там вышка крутая не была там. Так, сбил это говно. Атакуем, нет? Хавай его, брат. Ну я дал хил вроде как. Сука, как же тяжело пушить-то, а? Во, Водогор, здорово. Опа, говорит, опа, опа, здорово. А, против нас Артемида, и она в лите очень сильная.
Can't we just have all of it? Блин, я 3 дня не стримил, я безумно рад, то, что вы здесь все. Ребзички. Пари. 41 человек на Ютубе. Это очень много. И Твич у меня завис, я не знаю, сколько на Твиче людей. И 15, так вас тут, блин, вас нормально, 56 человек, нихера себе. Сейчас, ребят, чат временно отрублен случайным. Сейчас врублю. Все, врубил. Хорош. Хорош, ребята, вот это хорош. Да не, на самом деле мы должны были на контратаке вот так вот выбиться, я думаю. Просто говорит, подождите меня. Ну Хронос прав. Хронос там кабинки так разматывать, что. Здорово, здорово, Варвар. А на Твиче сидят нубы. Вообще это да. Но басы еще те. Не, лохи нет, у меня в зрителе нет лохов. Правильно, чат? Так чё ты не сказал, Хабибуст, или я пропустил? Ты карту восстановил, что ли, закинул мне, нихера себе, донат огромный. Здорово, Мастимах, да, отлично, отлично. 3 дня не стримил, к сожалению. И безумно рад всех видеть. Конечно, все, хорош, хорош. Нет вордов, брат, но нету. Бля, да как он меня подкинул? Ты что, больной? Хорош. Бля, что вы там делаете? Спектакль, Мастимах, как дела? Да и вообще у всех как дела, ребят? Страсти испанские были. Гоули, да блять, они не могут определиться. Давай, Мастимах, давай. Спасибо, что забежала. Ты до сих пор у нас в топе. Никак тебя не скину. Канг в ранке с Игорем играл? Ну хорош, чё. А, в разных тимах, лук. У меня дефа просто миллион. Да почему? Ай, зря. No problem. Attack middle lane. Enemies in left lane. I'll attack left lane. Oh. 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 Middle lane. Здесь они сломали? Сломали. Фу-фу-фу-фу-фу, я затанчил. Ребят, сейчас я просто молча сижу. Либо сгорело тогда. Я умер. Ой-ой-ой, Баку убил. Хорош. Атака!
Как тяжело, господи, играется-то. What the fuck are you doing? Блин, я даже не знаю, что бы еще такое собрать. Антихил-то они взяли кто-нибудь? Давайте я тоже возьму антихил. Дело нормально, начал читать книгу, очень нравится. Мне сейчас нравится читать про подростковое бунтарство. Слушай, я очень много в свое время книжек прочитал разных. Очень любил читать. Да, эликсир за 3к он мне особо ничего не даст, знаешь. И он крутой, но мне нужно было продать вот этот, так сказать, early артефакт. Египетские силы, она как накидывает. Прям в игре и при запуске перестанет винду пару раз перестан. Блин, да я даже не знаю, Steam Grand. Очень странно, что у него такие проблемы со смайтом. Смайт вообще не требовательный. Сейчас особо багов нету, но как видите, я играю как бы беспроблемно вообще. Без сапога нормально захочешь, же есть баночка вот эта за 1500 монет. Она как бы скорость выравнивается нормально. С нашими? Хорош. Как там клан вообще поживает? А, чё, кстати, Хибибус, а что там за офицеры новые? Ну расскажи мне. Я даже никаких таких не знаю. Кто-то надавал там офицеров, непонятно кто. Сорок шесть минут катка первая. Здорово, здорово. Не, ну может просто кому-то из знакомых дали, я про это говорю. Если из знакомых, то ладно, это ж, ну как бы, как кайф, чтоб удобно было там, ну, принимать и все такое. За Морриган? Да слушай, да, наверное, давненько. Хорош. Пожалуйста, так я тоже в основном только члены даю. Ладно, Геркулес уже чилит. Окей. Как офицеры могут давать этот... Убить, убить его. Да блять. Ну это бред, блять, это бред. Борьба за власть. Хорош! Хорош! Надо пушить, бляха мог, надо пушить. Не даймонд на бахусе, в смысле? Ай, блядь, один удар! Если бы он сейчас попал, он бы мог его убить. Минус Фронс. Ой, Фронс Алкон. Ой, спушили Феникса Крипера, слава богу. И мидл спушат, да? Спушат, успеют? Нет. Да Бакасура, знаешь, в таком лите Бакасура не сильно решает, как бы. Че Бакасура-то сделает нам? Хорош, Кернунус, хорош. Умер, жалко, конечно. Если она сейчас убьет Геркулеса, то вообще будет идеально. У них следующий файт будет, скорее всего, без Геркулеса.
Она его не убьет. У нее не хватит урона. Ну, Водогор, ну так получается. Все, она не пошла дальше, я понял. Посейдно, смотри, что делает. Он умрет. Блин, я не могу сосредоточиться на чате, потому что здесь такая делюга происходит. Вот билды, ребят. Что это за катка, блин? 51 минута. Бак опять 11. Да, бак опять 11. Бака у них очень слабый. Прям слабый, но Бака сам по себе ничего такого особо не может делать в лите. Вот что, ну он может подхавать, если мы его не законтрим. Герка антизамедлон. У меня же замедлон не для герка, господи, вы шо? С чем его продавать? Она же мне дает хп, урон. ХП, урон. Снижение эффектов контроля. Все, что мне нужно. Их Посейдон. Нам мешает Посейдон, Риля. У меня столько армора, столько хп и брони, но я просто не могу выстоять уже, ну, в таком глубоком лете. Моя пассивка мне столько дефа дает, что просто жесть. Все, сбил им это говно. Спасибо за поддержку. Спасибо огромное. Спасибо большое. Так, спасибо за ваши донаты. Я не мог ничего сейчас сделать. Блять. Банда из Дискорда сегодня с ноги влетает. Да, вообще огонь. Спасибо, ребят, за донейшены. Донейшены. Сейчас окупится мой за стрим, короче, мой хромакей. Ну не, на самом деле он охренеть какой дорогой вышел мне. Я за... Блин, я не знаю, сколько мне стримов придется зарабатывать на него. Там стойка дороговая, стенькая. Ладно, ладно. Зато вам сделаю крутое качество, да. Хорош, хорош. Ой, хорош.
Attack the Titan! Attack the Titan! Attack the Titan! А, давайте. 54 минуты. А тебе ж Игорь говорил, Хромакей под... Да, он говорил то, что он обрежет свой, но я не хочу, чтобы он и свой испортил, как бы. Сколько стрим был? Нет, 64, ребят, минимум.